Ребята, в пансионате «Морском» проводят эксперимент с пиццерией. И дальше по забору, если вот так идти, от входа туда, открыли пиццерию. Там были ворота для выезда, они там поставили. И мы идем сейчас с Пашей, с Валюшей заказать. Да, Паша? Да, идем, там конечно. Разные, и можно сказать, какие ингредиенты есть. И мы с Валюшкой вышли. Вообще планировалось у них как, Алена говорит? Пока если они экспериментируют, для клиентов местных могут заказать в баре, там, на месте. А те люди, которые вот как здесь ходят, кучу людей, могут идти и заказать пиццу. Любой. Те, кто питается в частных домах, может заказать пиццу себе и пойти кушать на месте. Вот мы идем сейчас, так как мы не были на ужине, мы плавали на берегу, хотим заказать и поужинать. Попробуем, поделимся своими впечатлениями. Мы на берегу сидели, а плавали мы... На берегу плавали? А вы на берегу не плаваете, не? А мы плаваем. А вы где? А мы на море. Да, хорошее настроение. Так, мы вот идем. Ну и вот здесь вывеска. Какие цены. Сколько что стоит. Тяжело, может, все рассмотреть. Сейчас ближе подойдем. Может, вот так давайте сделаю. Вот так. О. И мы сейчас что-то выберем. А здесь отдыхают уже люди. И мы там заглянем через забор дальше. Посмотрим, я вам покажу прям столовую, где готовят. А сейчас мы заходим внутрь. Вот покажу вам, ребята, как здесь выглядит отдых. А вот отсюда можно спокойно спуститься. И попадаем в самое то, где здесь приготовление пиццы идет. Люди уже выбирают. Несколько столиков стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спокойно могут отдохнуть под открытой поверхностью, брезентом. Заказывайте коктейли, капучино, что угодно. Сейчас мы выберем какой-то коктейль. Ну, чистенько, да? Валюшка подметила, что все чистенько, красиво, не открытом виде делается все. Внизу можно выбирать добавки, помидор. Приплюсовывать цену. Да, да, да. В граммах и цена добавлена. И вам сделают хоть вот такую вот окенную пиццу в разумных мерах. Есть еще добавительные салаты. Покушать быстро, раз, два и все. Ну что ж, поехали заказывать. А, еще напитки? Да. Вот так выглядит американо, небольшой размер. Красиво очень, сочно, вкусно. И мы сейчас сделаем такую же, только большую. 700 грамм. Вот такую вот. И пока наша пицца готовится, вы увидите мастер-класс приготовления пиццы от шеф-повара пансионата «Морской», за что мы очень благодарны. Берется заранее подготовленное тесто, раскатывается до нужной толщины, мастерски укладывается в форму и разравниваются края теста по диаметру самой формы. Тесто смазывается соусом, приготовленным по специальному фирменному рецепту, который знает только мастер-шеф. И начинается поэтапно выкладываться начинка. Строгих правил по распределению нет. Главное – заполнить все равномерно. И теперь наполовину готовая пицца отправляется в печь. На все ушло 2 минуты и 40 секунд. Вот это мы понимаем мастер-класс! Конечно же, еще понадобилось некоторое время, чтобы ее приготовить. После чего ее достают из печи, извлекают из формы на специальную досточку, на которой ее будут резать для того, чтобы подать к столу или запаковать в коробку. Но вначале смазываются края остреньким соусом. Ну а дальше специальным профессиональным ножом для пиццы разрезается на несколько частей. Пицца готова. Ну а теперь наша большая пицца американо для нашей небольшой компании. Она уже готова. Ребята, мы получили вкусняшку. Вот она. Покажу просто тесто какое тоненькое. Да, да, да. Тут уже Паша сейчас попросил бармена принести нам еду. Очень вкусная.
сочная. Огроменная. Вот посмотрите, какая большая. Какие куски большие будут. Очень вкусная. Вот эта пицца обошлась нам 50 гривен. Она стоит 140, гривен. Но 10 да. гривен за чили. Да, мы попросили специи. Сюда уложить немножко специи. Перца чили для остринки. Вот каждому по куску. 700 грамм, кстати. Мы с Пашей тут с Валюшкой все вместе накушаемся отлично. С друзьями, если собираться, просто класс. Ну что ж, друзья, у нас осталось 2 куска. Паша свой доедает. Просто-напросто накушаться можно просто вот. Очень-очень сытное, очень классное. Сытно, вкусно, все свежее, все пропеченное. Попросили перца, распределили по всей пицце. Перец попадается остренькое во рту, горчит, как положено, острит, все супер. Даже края пропеченные, и ты их кушаешь с удовольствием. Очень вкусная пицца. Рекомендую. Да. Тонкое тесто. Паша говорит, я не люблю толстое тесто. Тесто хорошо пропеченное. На следующий день мы решили пойти заказать еще пиццу. И хотя нас очень вкусно кормят в пансионате Морской, мы захотели попробовать другую пиццу. И нас застал дождь. А в этот момент, ребята, на улице прямо с пиццерии отличнейшая радуга. Двойная? Двойная. А, да, виднеется вот такой себе эффект. Самое время выпить кофе, приготовленное на профессиональной кофемашине приветливым барменом. Закладывается 8 грамм кофе, тампируем или утрамбовываем кофе. Далее делаем маленький пролив, чтобы отрегулировать нужную температуру. Подсоединяем и включаем кофемашину. Далее берем питчер, наливаем молоко и взбиваем его с помощью пара, температура которого 70 градусов. Далее немного кружкой стучим по столу, чтобы из молока вышел воздух. Также необходимо слегка помешивать по кругу молоко, чтобы оно превратилось в однородную массу, напоминающую крем. Напоминаю, что температура молока 70 градусов. В кофейную чашку уже налито 130 мл заварного кофе. И вот, наше кофе готово. Как говорится, будете у нас в железном порту, в пансионате Морском всегда можно покушать вкусную пиццу и выпить вкусного кофе, поэтому добро пожаловать. Сами пробовали и делимся с вами. Всегда рады поделиться с вами интересностями не только из нашей жизни, но и полезностями для вас. Если вам интересны полностью наши истории и похождения в Железном порту и отдых в пансионате Морском, то у нас есть целый плейлист, в котором мы собрали все видеоролики о путешествиях. Так что смотрите здесь в подсказках и в конечных заставках. Всего хорошего!